Момент прыжка, момент раскрытия парашюта в руках, и тело действует динамический удар. Чтобы смягчить этот динамический удар, ваши нервные груди можем сильно. В принципе, так, скажусь. Рука исплеет сапера, среди. Инчи салыц. Спес педатвершен, он уложен принудительно. Вы прыгиваете, вышагиваете из двери, и тут действует закон притяжения земли, закон Ньютона. Эта система вся начинает открываться. Мы с тобой мёртвое море. Горы здесь. Шпильки тут. Шпильки, которые удерживают спрос тогда сатурьет вальпопа. Юнсус Варадель, под действием вашего веса начинает раскрываться парашют. Уложен, уложены стропы. Видите, тейр. Алпа салыкта стада. А палка, та сам палцы дома слай. Палела над исплет отвершена слайку. Я винч пекшн отверсен, с тобой с динамической ситен специнга. Винч сакарту отвершен с процессом. Cinco! Então, se o senhor é explicado, deixa nas próximas. Se das próximas, é substância, ele está aqui, está longe. Димка! Я! Иди записывай! Это кто, два звезды? Сказала деньги, вы что, издеваетесь, да, Игорь? Ребята, Игорь, я удивляюсь, вы хотите первый подъем? Коль. Давайте деньги сюда. Коля, Коля. Давай, ну давайте деньги сюда, что я сдаю. Коля, Коля, я не проверил, потом будет. Коля, не будет. Коля, сяду, света застрял. Лера, ты плотников сдаешь мне? Да, одевайся. Быстренько, быстренько. Я не могу, мне эти деньги надо. Колеса вы вернулись? Посчитали, как это. Самолет,
Куркин там. Твое кольцо вот там где-то валяется. Это мое кольцо. Да, кстати, это Димкино кольцо. Ну, у меня никаких кольцов. Выпустите меня. Выпустите. Да, пожалуйста. Я обманул. Они показали еще. Все, решили. Все, пошли. Что вообще тут делает народ? Расскажите мне, пожалуйста. Что вы тут делаете? Жень, что вы тут собрались-то? А? Подожди, в чем дело? Это что, трамвай, что ли? А что, пожелайте себе что-нибудь перед первым прыжком. Поздравляю с открытием сезона. Еще подожди. А у ни у кого здесь нет первого прыжка. Ни у кого? Нет. Это замечательно. Нет. Первый прыжок в сезоне, Жень. Ну, это да. Время, ребята, самое главное у нас... Поздравляю с первым прыжком. Все, теперь давай сюда проходи, мне их подцепить надо. Держи. Thank you.
оценка. Поздравляю. Бадерс. Поздравляем. 75 лет, ребята. Реально. Так, Алексей. Шкаруба. Алексей. Шкаруба. Алексей. Урбан, Свалдес. Меня на второй раз уже сразу автомат. Петерис. Писали. Александр. Ты не представляешь. И я думаю, больше всех давай. Александр. Ты не сразу не Юлия. Ты тоже мог. Я могу свой второй раз. Зинченко. Камеру. Поздравляем. Последние несколько слов в камеру. Ну почему уж так уж последний? Перед прыжком. Против солнца, наверное, будет один силуэт. Так, шлем возьму. Вон, ее тоже. Самую маленькую консультирую. Здесь. Это вот шарап по золотым рукам. Thank you.
Несколько слов в камеру. В камеру несколько слов. Уже проморгали. Thank you.
если горит, так короче. Короче, здесь есть место на ковре. Да. Ой, класс какой. У Бурга еще костыли есть, блин. Давай, пока, да. Хорошо, давай. О, пошел на стабилизацию. А, это Янис? Ну, уже пора, по-моему, низковато. Низковато раскрылся, да? И этот, да, ПТЛ, ПТЛ. Вот это? Вот один лесников. ПТЛ. Вот тот ПТЛ, а это лесник, по-моему, нет? С красным лбом. Да не оба одинаковые. Это Т-4. Это Т-4? Ну, что вы говорите? А это лесник 2 у него. Здесь ПТЛ не было, здесь только были лесники. Нет, у Густана свой парашют. А? У кого? У Густана. Хороший мужик, да, я не слышал. Ага. А? Пожилой парень. Да, такой. Не сильно нормальный. Ну, на удивление. Без предрассудков. Подожди, а чей? Кто там? Опер бывший, что ж ты хочешь? Там Володя. Праздник. Я тебя повезла. Вы там в парашютах не ковыряете? А можно города придумывать? По 16 или по 9? 7 секунд. А хотя я не буду город. Несколько слов в камеру. Да мне слышно нет. Слов? Нету слов. Как оно себя чувствует на 1200-м прыжке? Отделение у вас получилось? На первом было лучше. Да. Еще есть на чем тренироваться, скажем так. Она должна знать своих героев в лицо. Вот. Володь, может, ты возьмешь и сфотографируешь их? Поздравляю тебя, дорогой.